Привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Сталкиты, и сегодня мы поиграем Day Survival. Если вам понравится игра, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так, ребята, я извиняюсь за то, что я так долго не выходили ролики. Давайте начнем. Сегодня наша цель доехать хотя бы до Мончегорска и выполнить квест. Но доедем ли мы? Пока прошлый раз я погиб очень плохо. Две смерти подряд. Не смог просто захватить базу бандитов. И за это меня грохнули. Но мне это не понравилось, и я начал все сначала. Вы не судите срока, так что главное, я уже доехал до Мурманска и его залутал. Теперь меня осталось обчистить все машины, их разобрать. Они мне нужны для опыта. Так. Сейчас посмотрим, что мы залутали, ребята. Давайте все ненужные вещи выкинем. Так. Школьный рюкзак. Сколько он весит хотя бы? А, он ничего не весит. Если вы не хотите, чтобы ваши вещи основные порвались, просто носите двойной комплект. И так будет безопасно и выгодно. Так, ткань выкидываем, кожу выкидываем. Нам кожа пока не нужна, она будет доступна. Выделена кожа на 30 уровне, у нас пока 12. До этого еще далеко. Так, слишком много макулатуры. Оставляем 50. Так, уголек. Уголек, уголек, уголек. Тушим. Нам, в принципе, нужно 5 угольков, чтобы сделать себе фильтр для воды. У нас уже 13 клея, 32 килограмма бензина. Так. И вот обычный комплект. Вода, водка, бинты, консервная банка. А, овощные консервы, извиняюсь. Мед, вино и парочку лекарств. Так. Главное лекарства беречь и их не юзать. Пускай они у вас потихоньку накапливаются, и так вы продвигаетесь. Я как обычно делаю, если у меня много места, я просто забираю их с собой. Будет перегруз, выгружаю. Таким образом вы будете меньше тратить времени. И потом сможете спокойно вещи, которые вам не нужны, выкинуть. Так. Забираем. За него дают 5 опыта, и если вы будете каждый раз разбирать, то вы можете неплохо так и прокачаться. Здесь. Так, все забираем. Скелеты тоже забираем все. Вот наш человек проколотался, наш персонаж. Так, и салутываем. Нам только от машин нужно масло и все. Но в начальной стадии. Так, можно в принципе сюда ставить пометку, если вы полностью город залутали, чтобы потом не путаться. Блин.
Был такой шанс изоленту получил, но не получил. Жаль. Все, мы едем дальше, ребята. И у нас последних два города. Вот вы спросите, почему я еду от Мурманска до дальних городов? Во-первых, там есть железная дорога. Вы едете прямо до Мурманска. И эти города вы пропускаете. Чтобы эти города не пропускать, заберите это все, что там нужно, и едьте дальше. В этих городах мало ресурсов, но они полезны. Так, мы промазываем. Ничего страшного, у меня есть еще одна одежда, так что можно не переживать. Так. Крыса погибнет. Открывать течение. Главное нанести ей удар. Так, забираем. И у нас перегруз. И что мы будем делать? А так, разводим костер. Наш персонаж еще хочет спать. Так, разбираем. И кормим нашего ворона. Тушенку не тратим пока что. Это на экстремальный момент. В случае, если у вас совсем еды не будет. Так, мы отдыхаем. Костер мы не зажгли. Ну а сейчас зажигаем, чтобы не спалить дом и себя не спалить. Ребята, это все поджигаем, жарим все и съедаем. Так, кастрюлю выкидываем, чтобы их не тратить. Они нам нужны будут в дальнейшем. Так, отлично. Сколько у меня спичек? У меня спичек 4. В принципе, вы можете эти ящики пока что не открывать, потому что у вас будет перегруз. Оставьте их на черный день. Так. Отлично. Так, естественно, нормально. Это все оставляем. Так, мы можем сделать один клей. Это меня радует. Да, правда, мало, но ничего страшного, ребята. И, наконец-то, да, мы тратим консервную банку, но мы можем создать фильтр для воды. Так. И у нас, в принципе, сколько фильтров? Сейчас посмотрим. Два фильтра. И все они, ну, 45 использований. Нормально. Так, свинец. Свинец нужен будет в 14 уровне, так что его не выкидываем. Так, это выкидываем. Так, 57. В принципе, вы знаете, можно это выкинуть, чтобы место не занимало. Так. Ну, а здесь, в принципе, норм. Так что, ребята, мы приготавливаем себе рис. Так. До конца не пополняем свои показатели, потому что вода выполняет 35 единиц жажды. Так, видя его. Так, посмотрим труп. Ничего себе. У него противогаз, то есть респиратор. Так, посмотрим, что у меня поломано больше. А, кстати, можно у ржавый лом.
Вот как раз здесь пригодится лом, если вот это потрачу. Так что используем топор. У меня их 3 штуки, так что ничего страшного. Так. Все это залутаем. Ничего себе, батарейка. Самая хорошая вещь. Так. Мы быстро прокачиваемся. Так, масла нет, жаль. Так, я смотрю, у меня много. Давайте сейчас подождите, что на это тратится. Я думаю, 3 детали выкинем, а это разберем. И детали не будем брать. У нас и так очень много всего. Так, ребята, мы прячемся за деревом, пускай это нам дает защиту. А ворон вот здесь. Как только они подойдут. Блин, не повезло. Я думал, что они втроем подойдут к бочке. Ну, двоим неплохо, ребята. Так что я беру этого и убиваю крысу. А ворон пускай берет бочку. Ну, соответственно, он сам погибает. Ну а мы все забираем. Так, на грани смерти. Ребята, вы можете, в принципе, не лечить ворона. Пока что не лечите. Ворон не умрет, но он будет раненым. Ну да. Если он ранен, он не будет участвовать с вами в боях. Так что, если вам нужен ворон в каждом бою, лечите. Но вы будете каждый раз тратить аптечку. Лучше так не делайте, а экономьте свои ресурсы и тратьте на что-то действительно нужно. Здесь очень много ресурсов, так что, ребята, можете лутать все. Так, мы отдыхаем. Если вы не хотите тратить фонарики, и батарейку у вас нет, создавайте факелы, они. Им не нужны батарейки, они просто заменяют вам фонарик. И при этом вы не тратите батарейки. А батарейки это золотые жилы. Так, давайте мусорщик. Количество находимых компонентов 25%. Это самое важное. Так. Ладно, мы пока потерпим, мы не хотим есть. Так, здесь кафе, то есть ресторан. Так, все забираем, ребята, отлично. Пока есть время, мы будем выкидывать ненужные нам вещи. Так, выкинуть. У нас и так 2 сумки. Так, сколько мы можем закрепить?
10 000 максимально. Так, поедим сухариков, запьем водичкой и пойдемте дальше. Ну, получается, так. Открываем, ребята, наконец-то открываем. И мы заполняем почти что все, да? Блин. Если честно, не хотел ящик открывать, но пришлось. Без лома здесь никуда. Просто нужно опыт получить. Так, опять стая крыс. Как они уже достали. Но лишнее мясо не помешает. А, теперь я без ворона. Отлично. Нет, я убегу. Мне и так достаточно. Да, я потеряю мясо, кости, кожу. Ну, ничего страшного. В следующий раз. Просто если на каждый раз крысу тратить время, времени не останется. Так, а мне дальше надо лутать города. Это можно сделать, если у вас действительно ворона нечем кормить или кости нету. Вы хотели клей сделать, костей нету. Вот это самое то. А сейчас мне не нужно. Так. Ну ладно, давайте приготовим себе. Сейчас. А, да, давайте приготовим себе еду. Нет. Давайте муку. Лепешка. Все, мы поели. Отдохнули. Надеюсь, я не сгорю. Пожалуйста. Почему-то, когда я играл в Сталкер, там прямо в здании костёр горел, и ничего страшного, ничего не загоралось. А здесь зажжешь и все, трындец тебе. Так, я полностью сыт. Давайте посмотрим, что у нас лишнее. Так, разобрать. Так, отлично. 94. 4, 4, 3, 3. Что лучше, это или это? А давайте вот эту одну сумку выкинем. Вот это пока поносим, это на всякий пожарный, если будет, конечно, с перегрузом беда. Это выкидываем. Так, ладно, давайте чиним. Ремонтируем, конечно. Так, здесь все нормально. Здесь тоже нормально. Здесь давайте прокипятим. У нас как раз достаточно уже места. Так, ребята. И у нас есть костюм химзащиты. Я так скажу, это самая затратная вещь в игре, в начальных уровнях. Так что ее экономно тратите. Даже вот этот хлорцистамин дешевле обойдется, чем это изолента. На нее тратить. Ладно, в принципе, здесь мы уже практически все залутали. Ставим пометку. Так, вот это собираем. Лишняя ткань. Лишней не будет. Так. И топор еще раз. Ребята, неплохо.
На топорах можно сделать, в принципе, бизнес. Блин, каждый раз костер возводить, это уже слишком. А давайте попробуем. Все отлично, ребята. Так. Так, у нас, в принципе, можно топором добить. Ничего страшного, ребята. У нас топоров много. Так. Да, ребята, и в начальных уровнях, когда вы только начинаете игру, не тратьте ресурсы впустую. Они вам еще пригодятся. Так, ладно, возводим костер. Так, это все распиливаем. Мне придется выкинуть бензин. Реально бензин выкинуть. Так, выкидываем это все. И просто... Так. Отлично, ребята. И мы просто жарим наше крысиное мясо. Так, очень голодный. И мы, соответственно, кормим нашего ворона бесплатной едой. Так, это радует. Давайте мы отдохнем, ребята. Наш персонаж быстро как-то утомляется. Это не дело. Так, у нас последний город Заозерск. И мы, в принципе, поедем вниз. Но я думаю, Верхнетломский поехать. Как думаете? А давайте поедем, если успеем. Так. Велосипед жалко, что не получили. Так бы мы разобрали и получили бы опыт. Ага. Заозерск. Ой, как вы материте в чате, это уже слишком, ребята. Подбирайте выражение. Так, выбиваем. Бенз. Мы пока за бензин собираем. Когда будет много, то есть мало места для бензина, мы некоторую часть, 1/4, выкинем. Пока у нас нет транспорта, нам бензин пока что не нужен. Я надеюсь, что до хотя бы до Ленинграда мотоцикл соберем. Если, конечно, хорошенько прокачиваться. Так, я какой уровень? 13-й. О, мне будет доступно... Так, вещмешок. Нам обошлось бесплатно. Ну, на ящике. Так, ребята, вы можете, в принципе, покупать здесь премиум-версию. Премиум-версия вам дает уникальные бонусы. Можно, в принципе, прочитать. Так, где это? Бонусы премии. Так, вам достается ворон-питомец, тайники выживших, даже маузер вам дается. Стартовый комплект, это самое то. Выбор способностей, онлайн-режим, общение в чате без ограничений, лимит на операцию с посылкой снижен до 1 минуты, в чате доступен премиум-канал. Тяжелый режим и больше маркеров. Вот это самое топ, что здесь есть. Премиум.
Но я бы еще премиум добавил какие-то ништячки. Например, какие-то уникальные скины. Вот самое было топ. Так, попадись фильтр. Блин, жаль. Так, у нас почти что места нету. Всего лишь 1% остался. Так. Выкидываем воду. Так, и снова выпиваем. Кстати, освободилось место, так что ничего страшного. Так. Главное, что нам мед попался, ребята. Вот это самое главное. Так, мы опять разбираем, спички тратим. Да, зачем я столько много трачу спичек, непонятно. Вроде хотел экономить. Ну да ладно. Так, давайте рисовую крупу. И засыпаем. Так, давайте посмотрим, почему у меня такой перегруз. Так, у меня 5 топоров. 5. Что я с ними буду делать? Ладно, ребята, рюкзак выкидываем. Блин, ну я боюсь, что он... Нет, лучше оставляем. Он просто быстро испортится. А материала нет. Так, свинец, в принципе, выкидываем, ребята. Свинец можно добыть везде. Так что ничего страшного. Так, два куска выкидываем. Так, 96. Вот это тоже выкидываем. Так, 96 осталось. У нас много бензина. Давайте 8 косарей выкинем. Все ровно. 35. Так. 8 косарей мы спокойно наберем. Так что можно не переживать. Так. А хотя я могу, вы знаете, что сделать? Я могу еще сделать факелов. Ребята, посмотрим. Ткань, ткань. Это порвем. Так, ничего страшного. Пи-пи-пи. Ладно, выкинем еще одну. Нам ткань не так сильно нужна. Так. Сколько мы потратили? 3 косаря. Все, так оставляем. Так, мы теперь поедем в Верхний Туломский. И на нас снова нападают. Ну, а доедем мы в следующем ролике. Ребята, если вам понравился ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я постараюсь максимально много выпускать для вас видео. А вы, главное, не отписывайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Сталкер Дай, всем удачи и всем пока.